Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Assassin's Creed 3. Так, у нас тут как раз сейчас основное задание. Мы его сейчас отметим на карте. Все. И можем спокойно к нему направляться. Такое поведение просто недопустимо. Заодно тут территорию чуть вскроем. Я думаю, это нам не помешает. Вот этот лагерь, посмотреть, что тут находится вообще в нем. Вроде ничего нету никаких звуков. Я думал, может тут где-то сундук будет. Так, вот мы уже почти достигли цели. Наш батя тут нас ждет. Преданное доверие. Нужно было сообщить Ли, а не Вашингтону. Думаешь, я его друг? Но мой враг – идея, а не страна. Нельзя делать людей рабами. Ни британской короны, ни креста тамплиеров. Надеюсь, когда-нибудь это поймут и лоялисты. Они тоже жертвы. Ты против тирании и подлости. Но это симптомы. А причина – людская слабость. Почему, по-твоему, я пытаюсь показать, что ты не прав? Ты много сказал, но не показал ничего. Значит, придется это исправить. Сэр. А, Конор, что привело вас сюда? Британцы оставляют Филадельфию. Они выступят в Нью-Йорк. Ясно. Значит, мы двинемся в Монмут. Если перехватить их, у нас появится преимущество. А это что? Частная переписка. Не сомневаюсь. Знаешь, о чем это письмо, Конор? Похоже, твой друг отдал приказ атаковать твою деревню. Причем атаковать, мягко сказано. Скажите ему. Мне доложили, что индейцы вступили в союз с англичанами. Я приказал положить этому конец. Сжечь их деревни и засолить земли, и перебить всех до единого, судя по этой бумаге. И это не впервые. Что было 14 лет назад? Это было иное время. Семилетняя война. Видишь, каков этот великий человек, если его прижать? Он виляет, ищет виноватых. Только одного он не делает, не берет на себя ответственности. Хватит! Все это может подождать. Сначала мой народ. Тогда едем. Нет. Между нами все кончено. Сын. Думаешь, я настолько глуп, что меня можно купить, назвав сыном? Сколько ты знал об этом и молчал? Думаешь, я поверю, что ты узнал только что? Кровь моей матери на чужих руках. Но Чарльз Ли чудовище, и все делает лишь по твоему приказу. Предупреждаю. Я убью того, кто попробует мне помешать. Крутой чувак. Так что нам надо нехило сопать. Что дальше? А, дальше пешком, я так понимаю. Так, сейчас найдем. Какое там нахер не касайтесь земли? Вы что, сумасшедшие, что ли, блядь? Вижу. Так.
эти гонцы патриотов. Сейчас мы их тут быстренько захреначим. Сколько там этих гонцов должно быть? И опять мы на время это все делаем. Тут бежать. Иди сюда. Эх, ты хитрожопая тварь. На. А сколько этих гонцов здесь должно быть? Сколько их должно быть? А вот еще один. А где он вообще? Же по деревьям лазит, что ли? Бля, надо было на лошадь садиться. Да. Касайтесь земли, блядь, легко сказать. Стрин, я тут, блядь, дурной кобылы, блядь. Я просто херею с этих животных тупорылых. Так, вот я буду сейчас ускоряться, блядь. Ну что там, долго? Быстрее! Так, и погнали. Сейчас, главное, когда мы его увидим, надо сразу будет ускоряться. Так.
Есть, сейчас мы тебя вздрючим, блядь. Иди сюда, малыш. Все. Я должен спасти деревню. Отлично. Там куча народу, блин, собралась сейчас нас фигачить. Надо предупредить всех, блядь. Все, прибыли. Радун хагеду. За шеве. Некти охну джера. Вакану дуню хуэ. Догати га оя лунгве. Айя зене сеге. Гунка ги га оя лунгве. Де охне гуджес. Чарльз Ли. Луанат дупа. Ясаго як данхаве. Ганок догу дано дохкарак ни хади. Находа. Га нуме ня хонену. Вак десаго ди даштана. Ди ни хади. Айюн ки юнху да. Я тет кари хуайери. Она дерна ди дезак ни гу харе. Я кон так дезаду хунтани не гига. Не ая годерио. Она ти аш чага не. Ти дом дзон та кетасте. Так, что там остановить-то? Так, а где моя лошадь делась? Уже нету, хорошо. Давайте посмотрим, что нам дальше делать надо. Это кто такие? А что их нейтрализовать? Они там собрались пару человек всех захреначить. Все, вырубили всех. Сумасшедший. Да не узнать никого ради ханто, да не вот дезу вот дакса, да не зунгвей да сумма. Задориса. Он га дориса, но на захею. Ух ты, бля, это уже интересно.
Вот и все. Убили мы своего соплеменника. Чарльз Ли Маунтмэт Уосатаджип. Асагонар Думасе. Зиноходом патриот. Ранадену Юни. Джурасага. Асагонасете. Он доктор Гига Модерио. Ранадио Хотгуэню. Унгенунгуэта Сумма. Одиатанам Статунге. Мир ждет, конечно. Так что вот такие вот дела. Преданное доверие. Так, давайте решим, что у нас тут дальше. Я уже вижу, где есть задание. Сейчас мы как раз туда и пойдем. Так, интересно, кто нас там ждет? Какой-то хрен спит. Нужно удерживать эти позиции сколько сможем. Если враг пробьется, мы потеряем то немногое преимущество, что у нас. Так, битва при Монмонте. Донор, друг мой, вы как раз вовремя. Увидите нашу славную победу. Где Чарльз Ли? Этот негодяй является в разгар боя и начинает командовать. Приказывает всем наступать. И уезжай, а мне расхлебывать. Откуда они взялись? Всем немедленно отступать! Все ко мне! Сюда! Живо! Я удержу позиции. Уводите их отсюда. Как он будет позицию удерживать? Людей пусть охраняют вас. Они пойдут на все, чтобы вы победили. Бон шанс, Монани. Так, и что мне делать? Отличный выстрел! Да, я тоже так думаю. Это их задержит.
Так, давайте, ребята, давайте. Только продержаться надо. Хорош. Все, смогли. У нас мало боеприпасов, сэр. И враг на подходе. Нужно отступить, догнать остальных и прикрыть их отход. Так, а что мне делать? Какую-то казнь предотвратить. Какую, так я не понял. К остальным! Я тут разберусь! Ой, хорош. Хорош. Четко мы тут отработали. Так, идемте дальше спасать наших ребят. О, со всех сторон тут нападение. Идите! Я справлюсь сам! Наша лебедка. Вижу. В принципе, мы успеваем. Сегодня спасли многие. Конор? Чарльз Ли вас предал. Вынудил людей отступить в разгар битвы, надеясь, что после тяжелых потерь вы потеряете свой пост. Что? Я уверен, он что-нибудь наплетет, мол, его превзошли числом, или обвинит меня. Все ложь. Последний раз говорю. Он ваш враг. Он не уймется, пока не убьет или не опозорит вас. Похоже на правду. Ли вел себя подозрительно на поле битвы. Раз так, я немедленно начну расследование. Для этого слишком поздно. Все нужно делать по закону. Или мы ничем не лучше их. Я уж не говорю о возможных политических осложнениях. Если вы помилуете Ли, я убью его сам. Наслаждайтесь победой, сэр. Это последнее, которую принес я. Вот так он четко сказал, отрезал, чувак. Так, новое оружие появилось в лавках. Ёптель. Ага, эта часть 10 закончилась. Я думаю, может нам карты купить по фронтиру, потому что у нас реально по фронтиру там глушняк. Дезмонд, неприятности.
Твой отец у Абстерго. Где? В Италии. Там же, где держали тебя. И чего вы ждете? Пошли. Это не все. Снова здравствуйте, мистер Майлз. Надеюсь, вы в добром здравии, насколько позволяют обстоятельства. Похоже, у каждого из нас есть то, что нужно другому. Я предлагаю сделку. Отдайте мне яблоко, и я верну вам отца как есть. Откажетесь, получите его в намного худшем состоянии. Думаю, неприятные последствия вам не нужны. Я знал, что это случится. Не думал, что так скоро. Интересно, Бабстерго вообще знают, что тут грядет? Или это просто часть их плана? Может, они хотят конца света? Увидеть, как все сгорит? И заполучить новый мир, краи как хочешь. Нужно искать новый источник энергии. Бросить отца там. Он, наверное, этого хочет. Чтобы мы закончили миссию. Я так не могу. Отнимать жизнь тяжело, но бросать своего, зная, что я мог этому помешать, ни за что. Может, я рискую и собой, и всеми нами ради одной сволочи. Но что мне еще остается? Эта сволочь мой папа. Да, любит он своего отца. Так, что там, мы в Италию едем, что ли? Его держат на верхних этажах, там же, где и тебя. Дальше по коридору будут лифты. Не дай себя заметить. Они знают, что я здесь. Не могут не знать. Это была плохая идея. Понятненько. Так, давайте на этом, наверное, видео закончим и уже в следующем продолжим. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи!